точнее, отставить, я... Две 32-ки тут вот остались наверху, последний это я и еще один. Тут будет гулящий, а не Гарыч. Женя, притворись артой. Просто понимаете, для чего я хочу 50-100, народ? Потому что, чтобы чуть-чуть, когда нам едут на захват, чтобы мы успели вернуться. Когда 90-ков уже убьют. А, то есть 90-ком ты шансов на 2000 опыта изначально не оставляешь, да? Не, оставляю, но мало. Я сам вчера на 90-ках сидел за день, но я раз в 5 выживал. Не, ну все равно быстрее, чем из третьей. Ненамного. С бензинчика зарядим, погоди. Так, они тупо рушат дома, да? В центре. Ну вот, я двоих свечу, они без лампы оба. Стоят. Ну у нас арта все равно нет, поэтому без разницы. Окей. А так смысл нет, понимаешь, на некоторых картах они просто идут вперед все сразу. Ты успеваешь делать максимум полтора выстрела, и не факт, что попадаешь. Почти все, вперед. Ну что, 90 какой? Так, вот тут 2-3 звездочки остались, а что тут сюда, и сюда этим все остальное начнет проходить. Точнее, тут 1-32, 1-32 со своими третьим сюда вот проходит с этой стороны. Прям все открыто? Да, начинается уже идти, идет. Семен, тут на центре остаешься, контролишь сюда вот проезд, и этих там видят. Вперед идет. А что ты сидишь? Вот, вот. На свете. Снимайте типа, по фокусу, со что ты сидишь, соток. Она если стоит выбирать, стали, так и когда по одному вывозить, я хочу тут. Дракон тип, они сейчас барабан отстреляют, да поездят. 90 куда-то вниз поехал. 32-очка, давайте отсюда с центра работать, эти принимают этих. 90 тебе смысла нету стоять, едь сюда туда. Сейчас башню поиграем. Ладно, я тогда уехал куда-нибудь. На центр, с центра, да, 2-90 выбирайте. Они не смотрят бар. 32-ка вместе. Вы там сильно не напарываетесь? 32-ка центр специально я ставил две штуки, они от башни играют, а раз дома сверху. Тут дома, понимаете, он идет вообще за счет, сразу предупреждаю, поэтому статистика сильно-то никому не портится. Отдельно. Через дома. 90-ка пролез. Я помочь? А, 90 куда поехали? Давай, давай. Который? Блин. Ну тут просто долго. Давай, давай. Ну, просто... 32 когда, помоги квадрат, помоги. Иду. Если третий, который за Андера Родион, у вас 90 уже было в херне. Давай за тобой. А, все. Есть. Ну вы сами полезли, вам за не было команды. 32-ки через центр к ним на их точку. Что на тебя не лезть, там 153 фидандр не лезть. Мы 90 аккуратно. Если бы давали по 2000 опыта за каждого выжившего, вот это было бы дело. Так у нас каждому выжившему дают плюс 2000 опыта, а если бы каждому давали за каждого выжившего, это было бы лучше. А, ну ты хотел, что-то тебе по 10 тысяч давали, да? Того. Не, ну это акция 31 часа по крепрайону. Сейчас там какой-то 32-й отхватит. Я на гусли с первого хотел смазал, потом в этом шли кошель.